Мой дом в Киеве. Мы сейчас находимся. Ой, моя Украина, моя родина, мой домик, в котором я родилась, и который дружелюбно принимает меня всегда, когда я приезжаю. Вот, и ко мне пришли дорогие мои тетушки в гости. И дорогая моя двоюродная сестричка, у которой сегодня день рождения. И мы прямо с утречка хотим поздравить ее на свежем воздушке. Девчоночки-красавицы! Валюшка, Валюшенька, покажись, эти какие вы красивые. Ой, давай, чтоб там это... Ленуська, с днем рождения тебя, Ленуся. Давайте мы все какую-то песенку споем. С днем рождения тебя, с днем рождения. С днем рождения, Ленуська, с днем рождения тебя. Чтобы у тебя была долгая, здоровая, веселая, радостная жизнь. И, как говорится, полноте твоих дней. Да. Вот, здоровье, здоровье, здоровье. Так, Лена, водички. Так, Леночка, улыбаемся. Ленуськин улыбается. Тонечка по машинам ручкой. Супер. Так, тетушка Катечка прекрасно выглядит. Катя, помаши ручкой. Красавица! А ну покажись, ты какая-то красивая у меня. Так, так, девочки, мы... Хорошо, мы все когда-то были вот другие, да. а сейчас мы, Валюшка, тетушка, ну, Валюшечка. Самая красивая. Конечно. Привет. Тонечка, Валечка, Катечка, да. Это все, Тонечка моя подружка, я Леночка здоров. Моя сестричка, я тетя Катя, тетя Валя, и, то есть Катюша, Валюша, мои прекрасные тетушки, сестрички, моей драгоценной матери, которая уже на небесах с Господом, но мы здесь сейчас все живые, здоровые, красивые, благословенные, и все у нас будет еще хорошо. Так что вот у нас тут такое место нам сделали красивое для шашлычков. Ага. Вот такой садик еще. Боже, грушки растут. Грушки! Грушки Бэра. Вау! Вот. А яблоки у вас есть? Яблоки, вот тоже какие-то яблоки здесь растут еще. А, красота какая, игрушки, яблочки, лестничка, ежевичка, спит ежевичка, вот, ежевичка, и у нас еще здесь малинка, боже, малинка, какая красивая малинка, красивая малинка. Ирина, иди в баню, мы уже за стол садимся. Нет, не пойду в баню, пойду в благословение. Принимайте это, 100 грамм, иди, быстро. Так, понятно? Какие 100 грамм с утра пораньше, Господи. Помоги. Вот так. Мой домик здесь в порядке, ухоженный, благодаря Тонечке, которая все это... Кстати... Я же должна... Розочка, такая красивая розочка. Вот, тут помидорчики у нас растут. А тут у нас виноградик. Класс. Тонечка следит за этим всем хозяйством. Вот у нас тут подсолнухи в окошке. Красота какая. Вот. Все-таки... Да. А, вот так. Малинка. Малинка, 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 малинка. Боже мой, и тишина, и свежий воздух, и запах родины просто очаровательный. Просто очаровательный сей. Запах родины. Тут у нас раритет. Это тоже раритет. Так что всем хорошего дня. Всем хорошего дня, хорошего настроения, хорошего здоровья, радости.
Будьте счастливы. И пока.